За кардиохирурга Евгения Покушалова вступилась группа ученых из РАН. Члены клуба 1 июля считают недопустимым досудебный арест замдиректора Новосибирского медцентра имени Мишалкина. Покушалов подозревается в хищении более миллиарда рублей при госзакупках. Ученые вступились за врача Евгения Покушалова. С открытым письмом выступили члены научного клуба 1 июля, это неформальное сообщество академиков и член КОРФРАН. Они выразили озабоченность арестом кардиохирурга Евгения Покушалова. Член КОРРАН, замдиректора по научной работе Новосибирского медцентра имени Мишалкина, он подозревается в соучастии в хищении более миллиарда рублей при госзакупках. Как отмечается в открытом письме, на всех уровнях уже было неоднократно заявлено о недопустимости досудебных арестов подозреваемых в экономических преступлениях, тем более неприемлемо это в отношении крупных ученых. Конец статы. Реакция на арест знаменитого кардиохирурга подробнее Наталья Шашина. Почему врач, спасший тысячи жизней, должен находиться под стражей в изоляции? Такой вопрос задается в петиции сотрудников и пациентов Покушалова, которая уже собрала около 5000 подписей. Галина Соловьева и ее муж, гражданин Италии, 2 года назад специально приезжали на операцию к Покушалову. Он же не террорист, маньяк, чтобы быть опасным для общества. Он может также спокойно продолжать свою работу, но пусть и не делают свои расследования. Это может затянуться на долгое время. Я так понимаю, что у него там куча проектов, пациенты и многие, в общем, как бы зависят жизни от него. Потому что такая стадия, как у моего мужа, то есть как бы вроде бы внешне все нормально, да, человек ходит, и потом это аритмия, она просто день и ночь. Там пульс может 190, он может... Как она возникает, никто не знает, только, наверное, Евгений Анатольевич. Какой-то прорыв в этом сделал. И вдруг тебе вот прямо он делает, да, операцию, и уже сердце бьется нормально. Может, какая-то мистика. Как рассказали бизнес-ФМ сотрудники Покушалова, запланированные у него операции проведут другие врачи, но затормозятся исследования в сфере искусственного интеллекта, помогающего в диагностике нарушений ритма сердца. При этом пока не до конца ясно, каким образом врач мог участвовать в хищении при госзакупках. По данным Spark, сейчас он является совладельцем фирмы «Прометей», но этой компании нет и месяца, и в закупках она не участвовала, говорит научный сотрудник Новосибирского центра имени Мишалкина Александра Таркова. Эта фирма была основана в начале февраля 2019 года. То есть это совсем новая, совсем молодая фирма, которая даже еще не успела запустить свою деятельность. Она была создана в целях инновационной деятельности для разработки различных медицинских устройств, девайсов и изделий. Источники СМИ связывали задержание Покушалова с нарушениями, которые выявили антимонопольщики. Это картельный сговор между поставщиками медцентра. Сотрудники клиники якобы вели переписку с будущими участниками торгов, где обсуждали цены лотов, а более 98% контрактов заключалась с 5-6 компаниями. Как писала МК, в самом научном центре все объясняли тем, что большую часть товаров могут поставлять только хорошо зарекомендовавшие себя фирмы, а на рынке их немного. Наряду с голосами, призывающими освободить Покушалова, звучат и другие. То, что человек хороший врач, не значит, что он не преступник. Но общественное мнение в Новосибирске пока поддерживает доктора, поскольку так и не ясна суть обвинений, рассказывает корреспондент Тайга-Инфо Ярослав Власов. Меры пресечения избиралась в закрытом режиме для журналистов, поэтому каких-то конкретных положений, обвинений, уголовного дела ни мы, ни самой клиники Мишалкина не знают. Это объясню, потому что дело идет в ФСБ, и, как правило, такие дела, связанные с федеральными учреждениями, они проходят в закрытом прессе-режиме, ведомство старается не комментировать. Интересно, что клинику возглавляет депутат Заксобрания от «Единой России» Александр Карачков. Он работает в Заксобрании зампредом комитета по соцполитике. И, несмотря даже на такую фигуру, а это довольно значимый человек для региона, он, между прочим, возглавлял список «Единой России» на выборах Заксобрания в 2015 году. Даже несмотря на такую фигуру, публичные какие-то обращения как-то не возымели какого-то влияния на суд. В СИЗО Покушалов пробудет до 19 апреля. СМИ писали, что под арест врача отправили, потому что не хватило электронных браслетов. Впрочем, Новосибирское управление ФСИН заверило, что никакого дефицита нет. Наталья Шашина, Бизнес-ФМ.